Третье место, бронзовая медаль. Некий умник выхватил ящик с деньгами у охранника казино «Патрон». Никто еще не подходил с деньгами так близко к выходу из казино. Эй, не трогайте деньги! Второе место в нашем хит-параде. Казино «Фламинго», 71-й. Тот парень даже успел глотнуть свежего воздуха, прежде чем его схватили. Правда, следующие три недели он дышал через трубку в больнице. Чертов хиппи. Но спору нет. Первое место заслуживает по праву тот, кто обчистил казино «Цезарь» в 87-м году. Пришел, схватил и умер.